Хола, друзья! Итак, пришло время покидать наше скромное убежище, которое у нас было в Сибу на 5 дней или 4. И сегодня мы едем в аэропорт, и Нави будет первый раз летать в своей жизни. Yeah, I'm scared! Жаль, что первый полет будет у нас ночью. Впереди у нас 3 полета, и первый у нас будет ночью в 11 часов вечера, поэтому, к сожалению, при первом полете Нави ничего не увидит в окошечко, не увидит этих облаков. Но ничего, но зато следующий полет у нас будет, я думаю, на рассвете примерно. Это будет, я думаю, красиво. Так что поехали. Будем собираться и выходить, заказывать такси. Grab. Grab, кстати, по Азии. Все пользуются Grab, если что. Очень удобно и выгодно, типа нашего Яндекса такси. Вот, ну, работает в больших городах очень быстро. Только нажимаешь кнопку, и в Сибу прям сразу приезжает. Вот, спасибо этому дому, к которому тоже уже привыкли. И пойдем к другому. All my bags are packed and I'm ready to go. I'm standing here inside your room. What? I forgot. И новое видео на Патреоне. Интервью Вани и Сергея. Всем заходите, подписываться и смотреть. И все вырученные деньги пойдут на дрон. Всего за 280 песо, кстати, потому что когда карту если вести, то даже скидка получается, я этого не знал. Вот, сейчас сегодня в кафе, наш рейс открывается, регистрация только через 5 часов, вернее, в 5 часов, 4 часа надо ждать, чтобы сдать багаж. И потом там еще будем ждать до 11 часов вечера, так что будем работать и сидеть. Опять я из пакетика пью, позорюсь просто. Как чмо последнее. Как я тут написал мне в комменте. Не позорься, пьешь чай в пакетиках. Another cafe. You scared? Jollibee Mumbai. Еще в Сибу, в аэропорте, уже 8 часов мы находимся здесь, потому что я пожалел уже об этом, но мы приехали сюда пораньше, в смысле, мы решили просто подождать здесь, потому что у нас был чек-аут из отеля в 12 часов, ну лучше бы мы, наверное, сдали вещи свои или что-нибудь придумали, короче, ну чтобы здесь не ждать. И у нас обрали рулетку еще, ну такую, сантиметр, которым измеряют, не знаю почему. А у Нави почему-то спросили, беременна ли она. Беременным нельзя летать на самолете? Или что? Почему? Еще надеемся, что нас выпустят. Часто слышу сейчас случаи, что филиппинцев не выпускают из страны. В связи с этим вирусом это просто какой-то сумасшедший дом происходит. Коронавирус головного мозга. А еще у нас даже температуру мерили. Я, правда, не успел снять, потому что нужно было еще расписываться в этот же момент. Вот. Но поверьте мне на слово. Ну, мне кажется, это все, как называется, театр безопасности. Просто показуха. Hello.
gentlemen, we've just landed at Yukino International Airport. Please be informed that your arrival will be at Terminal 4. I cried at your feet, wounded for me and all of the monsters and men. But here... Все, прилетели в Манилу, едем на автобусе. Другой терминал, международный. B16. And then Sir Dimitri Stepanov. Then for Sir Dimitri, when is the last date? Все, короче, заплатили мы налогов. Оставил я 2000 песо, чтобы заплатить налоги за Нави, потому что я читал, что нужно 1600 песо заплатить. А еще, оказывается, и мне нужно за то, что я больше года здесь нахожусь, тоже 1600. В итоге нам денег не хватило. И я платил карты. И сейчас проходили этот пограничный таможенный контроль. О, вот этот замучился. Я вообще быстро прошел сразу, короче, прям. Она мне даже этот разрешение на выезд не спросила, она перепутала даты, думала, что я вот в том году приехал, а не в позапрошлом. Вот, а Нави как начали дрючить, можно сказать. Короче, интервью там, ну, может, из-за того, что первый раз выезд, и там всякие интервью спрашивали. Печати всякие, бланки, короче, потом потребовали обратный билет. Обратный билет, хотя ну, все писали, что не надо, никогда не спрашивали. Gentlemen, we have just landed at Nueva International Airport, Cebu Pacific. Welcome to Hanoi. Please check your surroundings. Все, дочапали мы до Вьетнама, город Ханой. И теперь все знают, где мы. Можете нас поздравить. Мы добрались, это был долгий путь. Визу успешно прошли. А успешно прошли, потому что мы заранее подготовились. Подготовили все документы, отдали. И все, просто смотрите заранее, что вам нужно. Какие документы вам нужно. Фотографии, там анкету заполнить. И все, это все быстро происходит. В итоге. И сейчас полетим в следующий город, в конечную пункт назначения. Тоже во Вьетнаме находится. Так что погнали. Тест на коронавирус, кстати, был. Просто вопросы. Вас тошнило за 14, последние 14 дней была ли температура. Пишешь. У Нави, кстати, половина из этих симптомов было за последние 14 дней, но мы решили не указывать об этом. Что ей уже лучше, а в карантин неохота. Хотя, может, там можно бесплатно пожить 14 дней или сколько он там длится. Вот. Потом эти взяли анкеты, ну, короче, без этого тоже не пускают. Вот усы астраханские. Every day I'm on the run.
Benjamin. Welcome to Da Nang International Airport, Da Nang City. Local time now is 10 past 12. Мы в Дананге, да? Вызвали такси, приехали. Приехали вообще по другому адресу какому-то. Я посмотрел по карте, мы вообще не там, вообще совсем прям не там, раз в другой стороне города. Как-то так оказалось. Сейчас опять такси заказываем. Благо такси недорогое здесь. $2 где-то. Да, $2 стоит такси. Вот. Первое еще впечатление, что здесь не жарко, так не так жарко. Прям ветерочек дует, обдувает. Вот. Ну так, вроде за кошкой такси был. Прикольный городишко, парки всякие, перечушка. Ладно, ждем еще раз такси. Гоги. Короче, мы хотели поесть пока. Опять в не то место мы приехали, хотели поесть. А, но здесь было сложно. Я не знал, что они настолько английские, типа не знаю, ну чтобы, ну прям вообще еда, что такое, напитки, короче, не знаю. Ну в итоге напитки заказали, просто на шару, решил от кофе попробовать, походу от эспрессо. О, давно я не пил настоящий кофе. И Нави случайно заказала сок чили. С чили. Соленый. Прикольно. А, и все здесь примерно по $1 стоит. Сейчас пойдем искать отель. Так есть уже охота просто. Капец. И здесь нет еды, как назвал. Попили и заплатили в итоге где-то $1 за кофе, за этот сок. Два чая, все время здесь чай, короче, я как понял. Это как сервис watering на Филиппинах постоянно бесплатно. Сервис watering. Денежки такие. Из пакета. Маленькие такие пластиковые. Не намокнут зато. So small, no? It will not get wet. Так, попытка номер 3 уехать отсюда. Вернее, не отсюда, а найти. Найти место, да. У нас просто интернета нет, и очень сложно. Они нас привозят, говорят, ну вот. А хоп, это не то оказалось. Сейчас нам пришел собственник. Хозяйка прислала прям, ну как называется, короче. Место это. Теперь я думаю, это будет наверняка. Больше не выйдем из машины, пока точно не убедимся, что это оно. Hey. Hello. Он пока очень тяжело дается коммуницировать. Даже не знаю, как надо будет как-то жест учить, короче, привыкать. Прям тяжело пока. Ладно, освоимся, думаю, постепенно. А, овен, I see. Так, где-то здесь вроде. Hey, John. Прикольная дверь, прозрачная. Как в аквариуме. А сейчас. Вот мы и здесь. Мы можем отдыхать. Блин, классная комната. Nice room. Тоже что-то 700-800 песо на Airbnb, но это даже покруче сейчас, чем в Сибу. Ну, не даже, здесь, конечно, дешевле.
или 600 песо, короче, что-то такое. Ну все, есть кухня, с кухней мы выбрали. Туалет, душ, все дела просто. Ссылка, как обычно, в описании. Там написано у меня про апарт... Ну, типа, забронировать жилье, и там вы получаете скидку 2 с чем-то тысячи рублей, если вы вновь зарегистрировавшие. И мне еще идет 800 или 1000 рублей, короче, идет с каждого зарегистрированного. Вот, так что можем помочь друг другу. Why it's not season? Nice балкон. Балкончик такой с видом. С прикольным. Аутентичным. Go eat. Да, пойдем поищем, что поесть. Да, Netflix есть. Мы как раз «Черное зеркало» не досмотрели. Кто смотрел «Черное зеркало», пишите комментарии. Арендовали байк, да.